Внимание! По традиции в конце видео пример реальной сделки. Но сначала давайте выясним главное о стратегии бинарных опционов Forex Hub System, которая идеально подходит под разные стили трейдинга и предлагает несколько интересных режимов работы, отображая на графике четкие сигналы с оповещениями для совершения сделок в направлении тренда. $15 за эту стратегию просят ее создатели и разработчики. Что ж, давайте вместе в этом видео разбираться, как ее лучше применять на практике, почему она привлекает внимание многих трейдеров от новичков до профессионалов и стоит ли она своих небольших денег. Создатель этой системы умело скрыл все технические детали и алгоритмы функционирования, оставив пользователям лишь возможность выбирать режимы работы, устанавливать уровни тейк-профита и стоп-лосса, активировать уведомления о сделках и настраивать внешний вид сигналов. В процессе анализа по истории сигналов и тестирования этой стратегии наши специалисты пришли к выводу, что открывать сделки по этой системе лучше на таймфрейме M15 с экспирацией в одну свечу. А для более эффективной и безопасной торговли мы рекомендуем ознакомиться с более детальными настройками параметров и точной регулировкой индикаторов стратегии Forex Hub System. Поэтому подробный разбор параметров индикатора и наши дополнительные пожелания для получения хорошего профита в торговле ищите в статье на нашем сайте по ссылкам в описании. И для покупки опциона Call необходимо, чтобы первое, появилась голубая стрелка Buy. Второе, цена находится выше всех скользящих средних. Третье, горит индикатор Buy в правом нижнем углу. Четвертое, покупаем опцион Call, не дожидаясь закрытия свечи. А для покупки опциона Put важно, чтобы первое, появилась красная стрелка Sell. Второе, цена находится ниже всех скользящих средних. Третье, горит индикатор Sell в правом нижнем углу. Четвертое, покупаем опцион Put, не дожидаясь закрытия свечи. Давайте посмотрим, как стратегия работает на реале. Открываем пару графиков в МТ4 с 5-минутным таймфреймом и платформу Pocket Option с такими же активами. Наблюдаем. И вот цена прорывается выше всех скользящих средних на 5-минутном таймфрейме иены, и на предыдущей свече у нас появляется сигнал на покупку. Действовать нужно быстро, переходим в Pocket и покупаем колл-опцион с экспирацией в 5 минут и терпеливо наблюдаем, как растут наши шансы на прибыль вместе с ценой японской иены. А вот и долгожданная экспирация. $77 прибавилось к нашему депозиту. В итоге хочется добавить, что стратегия для бинарных опционов Forex Hub System – это удобный инструмент для трейдеров, а несколько режимов работы с готовыми сигналами, которые адаптированы под разные стили торговли, существенно сокращают время на подбор параметров и позволяют сосредоточиться только на совершении сделок. Однозначно, она стоит своих $15, и нам кажется, по результатам тестирования ее цена – могла бы быть и значительно выше. Обязательно проводите тестирование всех индикаторов на демо-счете и не забывайте правильно управлять капиталом, соблюдая правила мани-менеджмента и риск-менеджмента. И, конечно же, выбирайте только проверенных брокеров для торговли, найти которых можно в нашем рейтинге брокеров бинарных опционов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!